В Париже в четверг вечером погасили огни Эйфелевой башни. Главная достопримечательность французской столицы потемнела в 8 часов вечера по центральноевропейскому времени в память о 12 погибших в результате террористического нападения. Через 5 минут огни на башне вспыхнули снова, как символ продолжения жизни. Ранее в полдень во Франции была объявлена минута молчания в память об убитых. На Нотр-Дам-де-Пари в течение 10 минут звонил колокол. В эфире всех радиостанций Франции в это время звучала песня Джона Леннона «Imagine». Минуты молчания прошли во многих мировых столицах. Вслед за Парижем законодатели в Мадриде, Берлине и Лондоне почтили память парижан, погибших от рук террористов. Британские парламентарии держали плакаты с фразой «Je suis Charlie». В 11 часов по местному времени, то есть одновременно с собором Парижской Богоматери, прозвучали 12 ударов колокола часов на Биг-Бене. Минута молчания также прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ней участвовали представители 15 государств-стран-членов Совета Безопасности.